снимаем на Володин телефон, чтобы не ныли, что плохая стабилизация. Скажи привет. Вечер, ой, господи, вечер. Я постоянно сплю. День добрый, адекватный будет. Перекутался? Да. Мы приехали в поселок Щербиновский. Да, мы пошли искать море. Сказали местное, что здесь море где-то. Да, хотим поискать, где море, посмотреть с рюкзачками и заодно шашлычки пожарить. Шашлычки пожарить? Да, ты шутишь, шашлычки. Мы же здесь ничего не знаем, вот сейчас пойдем посмотрим, где здесь море, есть ли пляж. В общем, знаете, как разведка боем продолжается. Друзья, спасибо огромное за подсказки. Ну, пишите, посмотрите, ну, в каких других... там, в поселках, станицах. Мы же все мониторим. Там цены заоблачные, в общем. Ну, как для нас, да. Ну, как в Ейске, в общем. Поэтому мы ничего не можем там найти по нашим деньгам. Мы же не просто так едем. Где-то действительно далеко, где-то нет работы. Вот, мы все это тоже изучаем, смотрим. А, вон он уже, да. Ох, и ветер тут. Так, отключусь пока. Друзья, мы дошли до станции. Ну, это прям вот, около поселка. Вот здесь станция, останавливается электричка и поезда. Блин, тут около лимана ветер. Мы без микрофонов. Надеюсь, что меня будет слышно. Да, ребят, мы идем через подсолнухи. Вот смотрите, вон прямо лиман. Вот это подсолнухи, подсолнечное поле. Вон сколько глаз видно. Подсолнухи. Вон Ирочка. Снайпер. В трех шкурках. Снайпер. И вот подсолнухи. Вот сразу же ЖД переезд. Видно, наверное. Сразу же за ним Щербиновский. Вот буквально 200 метров. А что это вы тут делаете? А мы решили справа вот там вот поселок Северный. Вон он, его видно. Слева, вот там, поселок Прилиманский. А мы, короче, на карте нашли вот лесную дорогу. Ну, я хочу сказать, не такая она и лесная, и это вот машины ездят. И вот прямо, метров 500, я его вижу, уже лиман. То есть мы сейчас выйдем к какому-то нудистскому пляжу. Вы готовы к нудистскому пляжу? Всегда готовы. Всегда готовы, да? Понятно. Ну, в общем, лиман от Щербиновского буквально через дорогу. В прямом смысле этого слова. Сейчас посмотрим. Вполне возможно, покажем вам. Да, вот видите, Ирочка довольная. А довольная она, я вам расскажу почему. Смотрите, вот мы пришли вот оттуда. Вот я увеличу. Видите, вот где машина. Это ЖД-переезд. И сразу за ЖД-переездом Щербиновский. То есть здесь буквально вот через поле. О, слышите? Кукушка. Ну, и вот оно, кукушка. Вот оно море. Ну, начнут умные говорить, что это лиман, но мне фиолетово, честно говоря, как вы это называете. Для нас это море. Хоть лужей называйте. То есть вот море. 5 минут ходьбы. Вот Ирочка. Вот Щербиновский. Она прям вообще, видите, она прям вообще, у нее прям, я не знаю, как экстази бахнула. А вот оно, все, мы пришли. Вот оно морюшко. Вон на другой стороне видно Глафировку. Вон мы сейчас прямо в онлайн-режиме и спустимся. Вот такая дорога идет. Видите, видно, что местные, они катаются на машинах здесь. То есть прямо они напрягаются, пешком не ходят. А прямо на машинах подъезжают прямо сюда. Ну, на обычно я не рискнул бы, конечно. Ну, на джипике, в принципе, можно. А, о, подходит. Тут обрыв, я вижу. Мы не это. Мы не спустимся? О, да. Скамеечка на берегу можно. Можно. Кстати, я смотрела на фотках, да, что здесь это обрыв. Высокий берег. Ступеньки. Сейчас, секунду. Смотри. На мост сними. Давай, спускайся. Спускайся. Ступенечки. Да, вот такие ступеньки. Вот видите, местные вырубили. Это
не песок. Это глина, не песок. Да? Ну и вот. Мне кажется, здесь да, скорее всего, мы влезли. Нет, знаешь, что? Да, надо искать пляжи. Здесь не купаются. Вот такие. Вот это все может. Не подходи близко, упасть может все. Сейчас мои белоснежные кедики станут. Да. Короче, не вариант здесь вообще. Ну, вот такое это. Вот это все будет обрушаться понемножечку. Почему? Ну, потому что будет обрушаться. Они, может, на рыбалку сюда ходят? Вряд ли. Ну, вот про львицы сказали, что они здесь не купаются. Нет, они здесь не купаются. Вот там вот в Прилиманском, по-моему, есть пляж. И вот там вот в Северном. Ну, а что, ты уж нельзя здесь зайти и брякнуться? Ну, я бы не пошел. Не, брякнуться можно где хочешь. Свинья и в лужу брякается. Так-то. Вон, смотри, как дерево висит. Оно вот-вот упадет, видишь? Красиво, да. Согласен. Ну, не вариант купаться, да? Нет, вообще не вариант. Надо искать. Ну, хочешь, пошли искать пляжи нормальные. Нет. Пошли в Прилиманский пешком. Это нам вот туда. Там Северный. Вот там. Вот там где-то Прилиманский. Ну, здесь точно не купаются. Ну, как, смотря сколько выпить. Вон Ейск его видно. Видишь? Вон Ейск видно. Да, кстати, да. Вон Глафировка. Блин, мы глину нацепляли. Да, полезли наверх. Все, пойдем. Что, уже не так весело, Верочка? Нет, не весело. Понятно. Мои белые кроссовочки, видишь, во что превратились? В говно они превратились. Твои белые кроссовочки. Глина. Глина, да. Все, я расстроилась. Да, мы надеялись белоснежный пляж тут встретить. Так, ребят, ну оттуда мы пришли, вон он лиман, видите, вон дорога, куда мы ходили, но купаться там, к сожалению, не вариант. Я смотрел ближайший пляж оборудованный за поселком Садовый, то есть вот туда, поселок Прилиманский, потом Зеленая Роща, потом Садовый и за поселком Садовый уже оборудованный пляж. Ну, единственный плюс вот этого, что вот он лиман, а вот он уже Щербиновский, вон Ирочка стоит, видите, ручками машет. Вот трасса на Ейск пошла направо, налево на Старощербиновскую, на Краснодар. То есть, если так чисто географически, то 500 метров и лиман расположен. Ну, мы пойдем немножко погуляем по поселку, посмотрим, что там хорошего. Володя снимает вам, ну, такое все полезное, а я буду все красиво снимать на свой каличный телефон. Друзья, вот смотрите, какие тут дома есть. Правильно Володь говорит. Он говорит, ты что, дома собралась снимать? Я говорю, да. Он говорит, вряд ли кому-то понравится, что ты в окна тычешь камеры. Я говорю, а просят снимать? Все говорят, что ты дорогу снимаешь? Ты дома давай снимай. Ага. Вот пока мне солью в гопу не стрельнули, снимаю. Или по башке не настучали. Вот, кстати, сейчас снимаем на Володин телефон и посмотрим, какое качество видео будет. Потому что есть в планах поменяться просто телефонами пока. Кстати, мы дошли до центра. Володь, это центр поселка. Друзья, просили в прошлый раз снять центр поселка. Ведь кто не смотрел в прошлом ролике... Чего, мой сладкий? Чего ты, мой хороший? Моя кися. Вот как они чувствуют нас, а? Я не знаю, потому что где бы мы ни появились, к нам всегда толпы кисок, собак несутся. И мы всегда говорим, прости, мой хороший, прости, родной, но лимит уже исчерпан. Уже полна кибитка у нас. Вот, так, вот смотрите. Вот здесь у них здание почты. Вот там чуть подальше, некрасиво пальцы показывать, но вот тут Сбербанк. Вот здесь у них детская площадка. Тут, ну, футбол, волейбол играть. Храм. А что-то как-то я это... Господи, он мне в прошлый раз казался намного дальше. Или я просто далеко шла? Да.
Или у меня с одним глазом эти окуляры сбились. Говорю, Володь, смеюсь. Я говорю, храм в прошлый раз дальше была. Я, наверное, дальше по аллейке была, вон там. Сейчас подхожу, а он здесь. Я говорю, что такое? Памятник есть у них. Да, это погибшим воинам. Вот. Обелиск стоит. Храм на реставрации находится. Да, там вообще пока ничего нет. Вот я смотрю, что купола устанавливают, а алтарь и внутри все пустое пока. Надо будет узнать, когда он построится. Я люблю храмы. Ну, мы оба ходим в храм. До администрации пойдешь поглядеть, где он находится? Нет? Друзья, вот смотрите, такой вариант продается в поселке. Сейчас мы подойдем. Ну да, он, скорее всего, не жилой. Ой, вот такой там домик за деревьями. Ну, он, ну да, какое-то дерево, с дерева развалился. Это участок под застройкой. А сколько земли? Там. А, мы же не, да, мы не знаем, мы просто объявление еще смотрим. Ну да, Володь говорит, это чисто под застройку, то есть участок. Надо посмотреть, сейчас я телефон гляну. Без деревьев пройду. Вот. Вот такой домишко. Вот он такой же развалившийся. Вот телефон. Давайте сейчас позвоню, узнаю, что почем. Явно продается давно, даже вывеска вот эта продаю, она уже проржавела. Да тут все проржавело. В общем, это реально под снос. Сейчас позвоним, узнаем. Ну, как мы и предполагали, абонент временно заблокирован. Табличка ржавая, Володь говорит, он, наверное, лет 15 продается. В общем, даже позвонить не удалось. Ну что, мы идем на автобус. Нагулялись. Который уехал 20 минут назад. И Володя константирует, говорит, плохо, что нет лимана. Собаки. В каждом дворе по собачке. Вот такую собачку да надо. Так, мы едем в Ейск. Что вы думаете? Мы не доехали до Ейска? Я в прошлый раз, когда проходила, вот мимо вот этого, как он, СТО здесь, кафе, вот, в прошлом видео. Идем такие уже на автобус, а Володя говорит, ой, вареничная. Он зря сказал это волшебное слово. Я люблю пожрать. Давайте глянем варенички. Так, ну как-то так. Так, по 200 рублей варенички, напитки вот так вот, десертики есть. Короче, маленечко потратимся. Вообще мы утром выехали, а время уже вообще обед. Надо бы ехать бы домой, и там бы хуже бы. Да? Давай. Но вы видели лицо Ирочки при этих словах. Так, как будто ей ногу отрезают. Я переобуваю. Ну, отстань. Варенички! Так, я выбираю. Вот мы на остановке, не так-то все плохо. 163-й хоть пореже, а вот 161-й Старощербиновской почаще. Смотрите, что хотел показать. Это улитка. Все обочины в улитках. Везде все оккупировано улитками. Так, мы ждем автобус.